Всем привет! Это гироскутер от CarCam. Пожалуй, один из самых желанных и современных средств передвижения и одновременно развлечения. С интересным манящим раскрасом, но не это в нем главное. А что же, спросите вы? Сейчас расскажу по порядку. Начну с того, что в комплекте с гироскутером идет удобная сумка. Если до места не доехать и гироскутер проще донести, то лучше это сделать не так, а вот так. Сумка с удобными ручками, поэтому нести гироскутер так гораздо удобнее. Наша модель имеет достаточно агрессивный, броский и любопытный окрас. На такие яркие вещи прохожие чаще всего обращают внимание. Поэтому без него вы не останетесь, даже несмотря на то, что гироскутеров сейчас очень много. Здесь есть светодиодная подсветка, которая горит как спереди, так и сзади. Она же выполняет функцию сигналов поворота. Обратите внимание на колеса. Они надувные, широкие и с противоскользящим покрытием. Ехать на таком достаточно легко, к тому же подключается гироскутер с помощью Bluetooth к смартфону. Для этого используется приложение TaoTao. Если вы пока еще не очень уверенно чувствуете себя практически за рулем, можно выставить режим «Новичок». Тогда у гироскутера и чувствительность будет меньше, и мощность, а при 6 км в час гироскутер уже начнет пищать, как бы намекая на то, чтобы водитель сбросил скорость. Уровень эксперта позволяет ехать с максимально допустимой скоростью. Гироскутер при этом будет сверхчувствительным и даже на легкое нажатие ступней отреагирует мгновенно. Максимальная скорость этого гироскутера 20 км в час. На самом деле, чаще всего больше 10 км обычно не разгоняются. На скорости в 15 км в час уже начинаешь чувствовать себя немножко неуверенно. И это скорее психологический момент, поскольку тут есть функция Smart Balance, которая начнет оттормаживать гироскутер и выравнивать его, как только набранная скорость будет подходить к максимальной, чтобы избежать падения. Грузоподъемность этого гироскутера 150 кг. После в приложении, помимо таких показателей, как скорость, пройденное расстояние, заряд батареи, температура, можно будет посмотреть еще и маршрут движения. На гироскутере также есть встроенные динамики. Включаем любимые треки, и поездка уже не такая скучная. Батарея тут емкостью 4400 мАч. На одном заряде он может проехать 20 км без остановки. Кстати, в гироскутерах от CarCam каждая батарея проходит специальные проверки, а также имеет сертификат качества и лицензию на использование в электротранспорте. Гироскутеров сейчас огромное количество, так как обычному пользователю понять, что тот гироскутер, который смотрите именно вы, оригинальный, а не подделка? На самом деле все просто. Посмотрите на нижнюю часть гироскутера. Если вот такая наклейка есть, значит все в порядке. Она подтверждает оригинальность товара и дает годовую гарантию. У меня на этом все. Выбирайте только надежные, качественные устройства и отличных вам нескучных поездок.